приветствую вас. Все психологи профессиональные сходятся во мнении, что забыть человека нельзя, как и вообще забыть что угодно нельзя. То есть, если у вас что-то есть в воспоминаниях, то от этого, значит, избавиться невозможно. Даже если вы, например, используете гипноз, да, даже если вы вот захотите использовать гипноз, даже если вы воспользуетесь гипнозом, то все равно вы будете испытывать какие-то чувства по отношению к тому, вот, что вы пытаетесь забыть. И ваши чувства будут, ну, только что, наверное, менее понятны. Вот, и сейчас вы понимаете, по поводу чего ваши чувства, да? А вот, тогда вы понимать этого вообще не будете. И в данном случае вопрос, он поставлен некорректно, да? То есть, неправильно ставить вопрос: я хочу забыть человека. Скорее, правильно вопрос ставить немножко иначе. И я не хочу страдать. Как мне сделать так, чтобы я не страдала, да? Чтобы я не была зависима от него, чтобы я начала жить дальше, чтобы я его отпустила, человека. Я имею в виду. И здесь очень важный есть момент. Ага, поскольку вы говорите о том, что, значит, так, мы с ним были в очень хороших отношениях, дружили по соцсети, не виделись, ни разу не получилось, хотя жили в одном городе. Вот здесь сразу есть такой небольшой фонарик, намек. Для вас, значит, по какой причине вы не виделись, ни разу не получилось. То есть, понимаете, не получилось увидеться, если не получается увидеться, и если вы, значит, смотрите, вы говорите, дружили по соцсети, да? То есть вот вы дружили, у вас была дружба, у вас не было отношений. То есть здесь непонятно даже, говорили ли вы своему молодому человеку о том, что у вас есть к нему чувства и так далее. То есть, может быть, он даже и не знал о том, что вы к нему испытываете, что вы к нему чувствуете, там, и так далее. Вот, то есть. Здесь ситуация такая, что нужно все-таки лучше выяснять, как именно вы воспринимали молодого человека, значит, кем он был для вас, что он значил для вас и значит для вас до сих пор, и, соответственно, чем обусловлена была именно такая стратегия вашего отношения, вашего поведения с ним. То есть, если вы с человеком дружите, если вы с человеком дружите только по соцсети и не встречаетесь с ним в реальности, при этом говорите, что так и так не получилось, то здесь, ну, на самом деле, очень важный момент такой, а не, соответственно, боитесь ли вы близости, ну, эмоциональной близости, и не уходите ли вы в фантазию. Ну вот, фантазии именно
с воображением, да, то есть вы живете своим образным миром, а не реальным, миром, который имеет место быть. Вот. А, кроме того, если вы с человеком дружили, именно дружили, то, опять же, не совсем понятно, что, как бы, суть претензий ваших к нему. То есть, если вы с человеком дружили, и отношений между вами никогда не было, если вы узнали, что у него есть девушка, и все равно общались с ним, то возникает вопрос, для кого вы общались с ним? Ну, наверное, для себя, потому что вы знали, что у него есть девушка, и что с вами вместе человек, скорее всего, не будет. Но вы все равно продолжали с ним общаться, потому что он был вам нужен. И вот именно то, что он вам был нужен, и является самым главным, потому что нужность, то есть потребность что-то получить, необходимо отделять от любви, потребности что-либо отдавать. И первое не имеет никакого отношения ко второму. И основная проблема, по которой люди страдают от любви, это именно вот это не ограничение одного от другого. Далее, значит, так. Значит, я узнал, что у него есть девочка, но он, несмотря на это, я общался с ним, он для меня был, всем. Вот понимаете, то, что человек был для вас всем, это скорее именно ваше субъективное его восприятие. Это ваша субъективная его оценка человека. Понимаете? То есть это ни в коем случае не, не его ответственность. Понимаете? Это не его ответственность по отношению к вам и за вашу жизнь. Это вот нужно тоже очень хорошо понимать. То есть, если, вы выбрали общаться с ним, несмотря на то, что у него девушка есть, это ваша ответственность, это вы на это согласились, это вы на это решили. Вопрос заключается в том, для чего, зачем, чего ждали и чего, ожидали. Я к нему с душой относилась, может, даже влюбилась. Ну, на мой взгляд, вы не может даже влюбились, а вы, скорее всего, точно влюбились. Вопрос в том, что не, не устраивало вас в реальных отношениях, что вы решили обратить свое внимание на отношения, это по сути виртуальные. То есть, что не устраивало вас в, реальной жизни, что вы начали уходить в фантазии. Что вы фантазии предпочли реальной жизни. Вот, на этот вопрос нужно ответить, то есть, какие факторы в реальной жизни отвратили вас от нее и подтолкнули к виртуальной, то есть, по сути, к идеальной. То есть, с чем вы не смогли справиться в реальной жизни, к чему вы не смогли адаптироваться в реальной жизни, впоследствии чего вы обратились к, виртуальному вектору развития. Так, мы перестали общаться, так как его девушка прочла переписки. После этого я его везде удалила, заблокировала, пыталась забыть его, начала новые отношения.
Ну, понимаете, тут вы его удалили, заблокировали, это здорово, но, понимаете, те, опять же, факторы, которые привели к тому, что вы в этих отношениях находились, те факторы, они остались. И молодой человек, как был для вас средством удовлетворения ваших потребностей каких-то, так он, в принципе, и так он и остался им. Понимаете? То есть вот здесь нужно все-таки понимать, хорошо понимать данный аспект, хорошо понимать данную ситуацию. То есть вы его не могли забыть. Это навсегда осталось в вашей жизни, это ваш опыт. Но нужно прийти к тому, чтобы быть благодарным человеку за тот опыт, что он вам дал. Нужно принять этот опыт. Увидеть в том, что произошло, опыт для себя. Начала новые отношения, но у меня не получилось ни с кем до сегодняшнего момента. Ну, опять же, понимаете, почему не получилось, как начали отношения, тут этого не раскрывается, хотя это очень важно. Я сегодня разблокировала его, зачем? Увидела, что он помолвлен на другой девушке, что у них скоро свадьба. Мне было так больно, словами не описать. Так. Вам было больно, это ваши эмоции, эмоции основаны на ваших желаниях, ваши желания, это ваша ответственность. Он меня предал, я никому не верю. Вот вы с чего взяли, что он вас предал? Вы с какой такой стати решили, что он вас предал? Ну, понимаете, не совсем этот момент очевиден. То есть предательство — это когда человек что-то обещает, не делает и раскаивается в этом. Здесь вы с человеком не общались, вы начали новые отношения. И только потому, что у вас не получилось их построить, вы, ну, по факту, вы только поэтому его разблокировали. Кстати, непонятно, зачем вы его разблокировали вообще. Так вот. И вы что, ожидали, что он вас будет ждать, тем более, что вы ни разу с ним не виделись? Вы считаете, что он не должен жить своей жизнью? Он меня предал, я никому не верю, он убил во мне все. Никому не верите, вы, опять же, здесь, это ваша ответственность в том, что вы никому не верите. Потому что вы возлагали чересчур много ожиданий на этого человека, которого вы, кстати говоря, ни разу не видели. Опять же, не он убил вас все, а вы чересчур много надежд возлагали на этого человека, не желая самостоятельно прикладывать усилия к тому, чтобы эти надежды реализовывались именно с вашей подачи. Я все равно думаю о нем. Знаю, я дура. Нет, вы не дура, просто, еще раз повторю, вы не отграничиваете то, что вы хотите получить, от того, что вы хотите отдать. То есть вот, если представить себе молодого человека в этом контексте, то попробуйте ответить на вопрос, вот как вы его воспринимаете, что он для вас, кто он для вас. То есть может быть, этот человек... Может быть, этот человек, которому вы хотите отдавать,
там вы можете общаться с ним как друзья и стараться сделать все, что вы можете для того, чтобы он был счастлив. Если вы хотите получать, то что вы хотите получать конкретно? Вот это нужно выявить. Далее, вы говорите, боюсь, что останусь одна, никому не нужна. А причина, по которой вы боитесь остаться одна? Вот причина, по которой вы боитесь остаться одна. Это первое. Второе. Вы говорите, никому не нужна. Ну, боюсь быть никому не нужной. А себе вы нужны? Свою ценность в себе вы видите? Свою ценность в себе вы наблюдаете? Знаете? То есть, на мой взгляд, вот это очень важно. Видите ли вы ценность в себе сами, чтобы выстраивать отношения с другими людьми? Потому что если вам другие люди нужны для того, чтобы чувствовать себя нужной, потому что вы боитесь остаться одна, то получается, что эти люди для вас не более чем средство, опять же. Это означает, что вы, ну, это означает, что вы чрезмерно зависимы от них. Это означает, что вы не принимаете себя. Это означает, что вы склонны растворяться в других людях, а это, в свою очередь, означает, что человек будет видеть в вас самого себя, что не является приятным, чем-то хорошим для него самого. Поэтому нужно с этим моментом разобраться. То есть, грубо говоря, разберитесь, принимаете ли вы себя, любите себя, любите ли вы себя. Разберитесь с тем, что вы хотите отдавать и что вы хотите получать. Вот. И разберитесь с вопросом ответственности. То есть, кто за что и почему ответственен. Ну и с теми моментами, о которых я говорил ранее, тоже нужно разобраться. Это вот так вот на вскидку то, что можно сказать, исходя из того, что вы написали. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.